Всем привет! Сегодня сюжет о том, как арендовать машину на Крите. Мы живем в городе Георгиополис. Если вы приезжаете на Крит, у вас должны быть права и, в принципе, все. Даже не требуют банковскую карту. И паспорт. И паспорт даже не требуют. То есть у вас должны быть только права. В любой конторе вы можете арендовать машину, даже не оставляя никакого залога, то есть будет полная страховка. Вы просто приходите, платите арендную плату, забираете машину и затем оставляете ее. В общем, надо обязательно иметь лучше всего Google карту, которая будет помогать вам в проезде. А сейчас немножко вернемся к аренде машины. Мы сейчас едем в арендованном автомобиле на пляж Привелли. По пути будет у нас еще церковь. И обо всем об этом вы тоже увидите у нас на канале. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписались. Вот такую красоту проезжаем. Итак, на Крите для аренды машины вам нужны только права. Да. Ни залога, ни паспорта. То есть просто берете машину, платите арендную стоимость и возвращаете тогда, когда у нас даже был русскоговорящий продавец. Ну, в основном везде здесь есть русскоговорящие продавцы, консультанты, да, во всех конторах, поэтому с этим проблем не будет. Ну, даже на английском несложно объясниться. Стоимость аренды разная. В среднем вот мы взяли на 2 дня за 69 евро. То есть можно найти 35-40 евро в сутки. Чем дольше, чем на больший срок вы арендуете машину, тем дешевле это вам будет стоить. Вот, но может быть, мы бы нашли еще дешевле, если бы еще дольше походили, поискали. Но просмотрев по интернету, я поняла, что средняя цена 35-40 евро. Поэтому, да, но надо вернуться тогда. Вот, берете машину, страховка полная, поэтому как бы доплачивать ничего не нужно. Мы просто заплатили арендную стоимость и взяли машину и едем. Стоимость бензина 1,7 евро. Машинка у нас маленькая, с маленьким расходом. Вот. Мы заправились, планируем проехать где-то 250 километров. Бак здесь маленький, взяли с каким-то количеством, да, с таким же количеством машину бензина нужно и вернуть. Мы заправились на 44 евро. 24 литра. 24 литра. Бензина нам должно хватить на то, что мы запланировали, если мы не будем ездить кругами.